Легкое скольжение, грация и динамика. Пожалуй, именно так можно описать лыжный спорт. Во всем мире это один из самых популярных видов зимнего отдыха. В обручении тоже, как говорится, в теме. У одних есть личный инвентарь, у других его нет. Но это не повод свою мечту вешать на гвоздь. Вам на помощь аренда. Взять на время спортоборудование можно в Бобруйск Бытуслуги, что на бульваре при Березинском 33. Стоимость за сутки от 1,5 рублей до 4,5. Размерный ряд от 33 до 46. В этом году, по сравнению с прошлым, когда не было снега, очень даже пользуются. Очень много постоянных клиентов, которые берут не на день, не на два, а на продолжительный срок, можно сказать, на всю зиму. Хоккейный клуб «Бобруйск» тоже готов удовлетворить спортивные потребности горожан. Уже второй год здесь работает прокат лыж. Брать инвентарь можно на разный срок. Главное – с собой взять паспорт. Чаще всего арендуют на двое суток. В денежном выражении это 16 рублей. 9 стоит 24 часа. Если у вас нет так много времени, а выйти на трассу хочется, то решение есть. Можно взять комплект на 1 час за 5 рублей. В него входят лыжи, палки и ботинки. Экипировались, вышли из ледовой арены и сразу попадаете на трассу. Ее протяженность 1200 метров. Лыжная трасса есть также в городском парке культуры и отдыха. Протяженность круга 1 километр. Обычно оккупируют здешнюю трассу учащиеся колледжей. Приезжают и из других районов города. Подкупает хорошее месторасположение. Доехать можно из любой точки Бобруйска. Как вам трасса здесь в парке? Нормально, хорошая трасса. Если бы еще чуть-чуть снежка, чтобы можно было толкаться, то отлично вообще. Отлично, накатанная лыжня. Хорошо, катаемся. Я еще с детства занимаюсь катанием, поэтому положительно отношусь. После 31-й школы есть коробка, там заливает каждую зиму каток и катаюсь на коньках. А так люблю больше ходить, если хочется в летний период сходить покататься, то в ледовый. А на лыжах мне нравится, это развивает дух, выносливость и подготовку к зимнему периоду, укрепляет организм. Свежий воздух в тандеме с физической нагрузкой – отличный антидепрессант, который поможет вам чувствовать себя бодро, укрепить иммунитет, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Тем более в такое непростое время. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.